Да. Нет, он спрашивает, Дон, что за гербовая накидка? Осуждаю. Не осуждаю, нормально, оставайся таким. Так, компот, ты заходишь же, да? Да, заходил. Не, нет, Дон, да почему два танка? Одного. Куда тут второй танк? Он не нужен. Ну фиг его знает. Да не-не-не. Просто стримается. Ну, стримается. Он сам или нет. Справится. С холипалом точно справится. С змеями могут быть проблемы. Такие, такие. Да хрен его знает. Смотри, покажу тебе. Ну что, зайдешь, покажу. Да и с первым боссом тоже, в принципе. Натыкает своим копьем. Боб есть. Ты же боб снимать умеешь? Ну да. Ну, хар, снимай. Смотри, иди сюда, комбат. Танчишь червяка вот здесь? Не, не червяка. Первого. Ты уже тут? Угу. Первого здесь танчишь. Убили типа первого. Становишься вот сюда. Там же лужа будет. Плевать. Стоишь в луже. Пока мы не заудешим. Когда этот, как только людей заразило на заморозку, выходишь вот сюда. Понял? Все. Пики, конечно. Блять, без фласки молчазара пил. Поэтому так слабо? А сколько ты там надамажил? 8-4, все. Посмотрите, сколько я дамажил молчазаром. Число. Какое красивое. Пятикратный чёрт. Это, блядь, я проклял себя, и мне не выпало этот Т4 ластовое. А вы, короче, озеро решили замутить, да? Или чем-то заслышали, по крайней мере, не было? Блин, вот... Просто он уже удовлетворил свою жажду общения. В субботу выпало две печеньки на ДК. На приста хер. Сейчас, наоборот, на приста выпало то, что надо, а на ДК нет. Зачем тебе? У тебя до сих пор не 24 на этом, на ШП? Нет, нет, не падало вообще. Ну, слушай, оно и не апает, поэтому цепей вообще. Две нет, 4 будет. Ну, у тебя до 4 еще сколько. Ну, 2 лучше, чем 0. Да. Вообще, не, ну, не меняется ничего. Нет, в плане того, что они у тебя уже есть. Это плевать, типа, блин, когда у тебя будет, ну, не скары, три куска, это уже нормально. Так, я вызвал, если что. Все тактику запомнили под состояние? 5, 4, натур резист, Озив Хант, рубеж, Электронус, да. Какой натурезист? На червяках. Не, это темп кинул. Что ты услышал? Ну окей, это темп поставишь. А чё он заменяет у тебя? Хосту.
Классичный. Нет, нет, этот. Ози Хант рубит. Она урон толком не снижает. Ну, на этих, на двух червяков дальше выключишь. Главное, не забудь. Мне не сложно включить просто, ну там снижение урона, дай бог, 800 будет. Все, отлично. Не сложно, значит включаешь. Хотя даже если сложно, надо включать. Снобальта подведи. Снобальта или зону, давайте. Хотя я это не буду вам городить. 6 стойков. Что? Ну и что? Когда будет уже где-то 40 стаков, тогда скажешь. Тогда меня шутит, наверное. Снимались. Заметим, значит. Не, ну норм танки держи по 120 стаков, то есть, ну, стандарт. Окей. Не, ну хотя бы когда 20 будет, тогда уже будешь паниковать. А сейчас 6 стаков. Посмотри, сколько он тебя носит в секунду. Ози, подведи. То я без этого. Это не на мне. Снимай этот боб с себя. Быстренько, быстренько, быстренько. Я в тот уголочек становись, где я показывал. 5, 4, кислоту играем. 3, 2, 1. Поехали. Геро. Ни черта не вижу. Агроза бери кислоты. Так а зачем мне листик? Кислоту, включай? Алло, алло, ДК, 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 кислотную, потапайся. И просто. Ну, нужно стаунтить просто. Разморозь этого исполина. Так тотем стоит на силу природы. Все тихо, все хорошо. Я тогда уберу листик. Блин, ну милики вообще не бьют. Лакрима, Берни. Шамахер, разморозься. Дистанцию набрали, 8 метров, быстро. Кислоту доигрываем. Отворачивай трейда. Дистанция. Не, ну донт потный тип. Ловушки там ставишь, чтобы у него талант прокал. Ты уже можешь поменять этот. Ясно, что да. ГП. Тотем поставили, а мой этот заменяет тотем. Так, ну тотем не нужно было ставить, нам нужна мелихаст для, для хилов. Тогда так, почему он тотем? Резало. Ну я вложу то, кто-то помню. А что у нас? Нет, там это саундик. Так, исполин во фростойке, давай. Короче, исполин давай тащи. Ну слушай, умереть на этом, на танке, не прожав ни одной прожимки. Да не гони на него, он в Warcraft недавно играет. Ну и что, типа, блин, у него сколько прожимок на ДКшке. Он даже незыблемость не отдал. Чего вы стали так криво? Да, потому что я умер, и этот, мне стало лень рейдить. Давайте, сейчас ставьте на защиту Альянса. Ну ничего, исполин затащил нам игру. Вы еще добейте сначала. Да что тут бить-то? Если сейчас он куда-то в тотем ударит, или в этот, под берсо его исполин может и не вытанчить. Я вступил тотем. Я берсо снимать могу. А ты уверен, что это берсо снимается? Да. Ну все, пацаны. Вот я и не вытончил. Бро, попробуй ты стаунтить. Там, походу, ваншот был.
Ну, у тебя же, да, нету этого. Ну, пробуйте через скайп его как-то добивать. Там я могу его катить бесконечно. Ну все, это катить бесконечно. Только мне надо, чтобы меня хилили и не переагривали. В Сальву в бро, Void Light. Донт скинь агро. Да, и на пул вы Ozzy the Hunt. Но вижу донт. Включи этот бегалку. И ну уже все. Так, 3 ляма, у нас тут 3 ДД, да? Ну можно добить. Ему сейчас усиленный урон. Можно просто бегать ему, придурки. Ну, Ози будет танчить у вас, давайте. Давайте, у меня есть. Да он примерно... меня не послушал, не нажал, это притворится. Ой, не на пул это. Отвлекающий. Да fuck you, bitch! Зачем ты меня заморозил? А, ладно, меня не бьет. А чё он в обро убил? Стойте, а в обро не было тебя в этом, в агро? Да, по-моему, одна секунда КД на сдерживание. Пацаны, ну, сдохли, бывает. Так, Снелла, накинешь СС на компоту. Теряем все то же самое. КД. На лагере висит. Не, ну почти убили. Я добью. Ты заметил то, что у нас меткости теперь нету? Надо переодеться. Я не добил. Да ладно. Не, ну я считаю, с Полином зарынил все, не танканул босса. Угу, да. Бехачка, ты этот компот, если ты видишь, что у тебя какая. Я предлагал фанка спекнуть, тут не захотел. Ну слушай, типа, он умер на чем вообще? На одной. А он этой... на луже сдох. Он даже в луже не стоял. Его а просто засунул. Я отводил его от лужи. Нет, он был точно не в луже. Не суть, типа, я сдох в луже. Этот. Фишка в том, что он не нажал ни одной кнопки, типа, у ДКшки куча прожимок. Мне же все ваши КДшки показывают. Ты большой брат, за всеми следишь? 26 камер. Проблема в том, что у меня нету аддонов, и я все делаю руками. Аддоны на что? На чтобы нажать, типа, незыблемость? Мне аддоны показывают то, что вы нажимаете, типа, а не когда это нужно нажимать. Незыблемость, ну ты видишь, что у тебя там пол хп, взял, прожал незыблемость. У тебя срезался урон наполовину. Спекайся, Исполин. У нас нету ни этого, ни БР, ни СС, поэтому не хочу рисковать еще раз. Давай, гнали. Все, поехали, запускайте, кто там умеет. Потому что я не особо. Ну, рибаху дайте. Что, кулака мало? Точнее, каска. Кстати, мне Войд дает этот крест, осуждаю. А крест какой, еврейский или христианский? Я не знаю, мне, короче, этот написано мудрости крест. Вообще есть еврейский крест? Ну да, шестиконечный, да. Шестиконечный? Звезда Давида, что ли? Ну да. Так это не крест уже. Там уже есть перекрещенная линия. Вот, это смотрите, кстати, вот этот еврейский крест. Он прям, мы сейчас на нем прям тусуем. Но это не крест, тут больше шести. Тут восемь. Где же пересечение, значит, крест? 4, 3, ну, по факту, да. 2, 1. Ой, я в Исполина случайно. Ну ничего, он потанчит. А, он и есть там. Ёлки-палки. Сейчас донт сорвет и умрет. Он опулил.
осуждая Донта, он не напуливает на меня, пытается всю вину скинуть. Надо было забрать, когда будет 6. Да, какая разница? Ну, может, человеку нравится число 6. А вы знали то, что в Китае буква 4 созвучна словом смерть? Я, кстати, учил китайский. Мы, кстати, даже не знали, что в Китае этот 4 это буква. А, да? Ну, короче, на китайском 4 будет сы. Подожди, все, уже смешно было, хватит, дальше не нужно. И смерть будет сы. Вот. И вот так. Это плохо? Ну, короче, ты просто испортил шутку хорошую. Своими отцами сычами. Ты играешь, что, ну, надо по вене пускать. Просто сейчас два танка, можете там как-то подраться между собой. Геру. Лужа под нами? Нет. Вижу в стороне. Сюда иди, сюда иди. Круж. Дистанцию друг от друга набрали? Восемь метров. Я заморожен. Я тебя разморожу. Мелизоны, прожмитесь. У меня 50-50 закончилось, хильте меня сильнее. Его броила, Криму, Лальфи, ты дубовый отдала? Ну, скорее всего, да. Шамахи, Розич, вы чё тёрлись друг за друга? Шо, я тут стоял, он ко мне телепортировался. Шаман? Да. На чём? В смысле, на чём он телепортировался? Понимаешь, вот я стою, он взял и материализовался просто. Вот ко мне, ладно. Вот видишь, Домтран, вот этот скелетик, ко мне сам подошел и получил плюху. Осуждаю его за это. Так, пошлите туда, на щит Альянсу. Щит. Альфи. Неужели тебе настолько нравится хилить фуловых людей? Я играл на хиле, и на самом деле это весело спамить эту. В кого? Непонятно, в кого он просил. Блядь, на хакрыль нажал. А прикиньте, если в меня. Он бы меня убил? Нет, у десятки. Нет, конечно. А урон нанес бы? Да. А лучше на урон? 15, наверное. Это... Так, полученный урон. Ждите. Залагал?
Ой, блядь, на куда я смотрел? Нет, нет, не залагал, я смотрел, кто получил урон от этого. Блядь, вы прикалываетесь еще? Нет, все нормально, пацаны. Вы добьете без меня точно. Не надо бэр. Не, давайте бэр меня. Рассказывай, кто получил. Это я получил только что, а тогда еще не могу посмотреть. Я не знаю почему. Ну, типа, я уже просто, наверное, устал. Мне почему-то решилось во время игры посмотреть. Донт, ты получил. А почему Донта не убило? Потому что он только что выскочил вовремя. Ну, короче, я не знаю, это считается какой-то этот... Это факт. Каким-то особенным уроном. Потому что я не могу найти, типа, где я получил от него. Какой-то особенный удар. Вот хочешь, я за тебя получу, чтобы ты посмотрел. А вот этот No One, это, кстати, наверное, он. Все, я ищу, кто получил No One. Кстати, ну, вот опять кого-то врезалось. Ты, по-моему... Да? На пролом пошел или? Ну вы чуть тянете время, не пойму, блядь. Ну если друид. У нас один друид. Так и вы говорите, нет, стоп, ну меня ж только что убило, когда он врезался в меня. А, но сейчас почему-то вроде не дамагнул. Я не знаю. Ну давай тогда я сейчас... А, я не успею никого. Да не надо, просто бейте его и все. Лобастанин, на это там ГП плетали бы уже туда-сюда, блядь. Вы че бегаете на него, а не влево-вправо? Хочет, это да. По тактике надо на него бегать, потому что я не знал. Просто видишь, какое заходи. Плечо на холле палок крутое. А вы запустили следующего? Я смогу зайти? Не знаю. Бой еще не дал. Фух, успел. А, фласка заканчивается, рыба. Рыба ластовая, пацаны, больше нема. Фласок еще 27. У меня еще есть рыбка собой. Ну, нормально. Мы все другую не держим. Ну, все правильно. Скоропортишься. Блядь, шпиньон, кубов. Кубро, ты же нам кричишь на АП? А, нет, нам кулаки дают. Все, все, все. На ХП кричу. Кубов, да, у нас можно флодить. Но молча. Почему нельзя этот включить микрофон? Принудительно. Блять, чего вы не сказали, что у нас драка? Так очевидно же было. Да я альтабнулся, там же что-то такое долгий текст. Долгий текст. Это типа снова большая. По поводу шмота. Просто. Почему в меня? Ну почему? Бро.
Не, верстаки, снимите рост. Лизон, отбегите. Исполин. А. А за контроль этого? Из этот. Ну его. Ты же умеешь. А у одного. Блин. В одного инфернала бан, второго повторяй. Встать? Да, вставай. Там страшно крутится. Так где тогда бьете? Лакрима отбегай. Хотя ну нахуй встану, или что-то проблемы какие-то начались. Да. А нас кто может вообще? Да я, блядь, встал, блядь, меня аж коснул сразу. Ну и ханты, но ханты раз 6 секунд один стал. Мы добьем его, надеюсь? Должны. У меня нет отражаться, сейчас будет на мне агро. На пассе стаки, он сейчас убьет всех, как кажется. Прохильте меня. А, у нас некому прохилить меня. Давай пробуем пробить донт. Так, а что нам делать со стаками теперь? Да нет, я просто этот, я встал, он меня кастанул, я умер, блядь. Так зачем мне тыкать диспел раз 6 секунд, если шаман их с двух раз, два когда диспелит? Ну там один стак остается. Ставьте этот, ставьте нам рыбу. О, он сейчас будет стоя стоять? Угу. Спокойно, первый раз его вижу, ни разу не вайпался на нем. Да все, сейчас все поняли, сейчас будут стаки рвать, все будет хорошо. Сиди, становись. Компот, иди сзади остановись, босс. Ну что, готово? 3, 2, 1, жму. Крема. Забери, госпожу. Вобро. Ставьте, госпожу, ДК. Роза прохилить. Ахер побежал. Ханты воруйте, пока стаки там бегают. Когда они там? Донта прохил. Я ферну первого. Нейлон, а где второй? Бан. Я не знаю, какой-то баг, они почему-то раньше времени уходят с этого.
с бамбой. Не всегда, но у них бывает такая хуйня. Но в бан нельзя играть. Урон не проходит. А не, я говорю за, те, за сейчас за фирти, то что с них скидается. А, ну фирти да. Дом-то поднять. Ну бан-то, блин, никак не снять. А вот они из него уходят через секунд 5 где-то иной год. Хоть что-нибудь полезное, блядь. Выпускайте. Нужны кому записи? Не, бери. Ну ты что-то нидай, если что-то нужно, нидай, а если кто-то попросит, просто передашь. Не, может быть, потом просто ДД одену. Может быть. А может быть и нет. Ближе тотемы уберите, тотемы. Убрал, но не, по-моему, не задевает туда. Да, все равно не хватит. Ну я понял, давайте за Асгард. Вов, проклятку красивый золотым драконом, с ума сойдешь. Но он почему-то одетый сегодня, обычно он голый ходит. Вовбро, ну, разденься. Не-не, вовбро, разденься. Он такие шутки не воспринимает. Да нет, у него есть вещи, он раздевается. В прошлый раз в Каражане он голый ходит. Мы с тобой одновременно ставим метки. У него есть инфа, что... А, он не слышит. Вардека? Давайте все рейлить понемножку. Давай ты, Невер. Я очень устал. Не. Я буду озвучивать Донта. Забери ДК на себя и право уведи. Играем череп, вес дальше. Все, я охуенный рейл получается. Согласен. Фир Луну. Дон, ты потом еще во время боя печатай, я буду озвучивать. Циклон в переньку. Я так полагаю, в печеньку. На 50% черепа. Так, Шамахер, ты кикаешь косты в печеньку. Да ёбаный. Гору с пула. Гору с пула и Магомеда тоже. И Магомеда тоже, пойдемте. Озвучь Нелла, XD. Нет, Нелла не озвучь, он сам может говорить. ДК пуляй. Да. ДК, запятая пуляй. ДК, иди запятая пуляй. С той стороны ДК подходишь, забираешь на себя этого... печеньку. О, квадратик, все, квадратик. Компот з. С другой стороны компот. Войну не надо. Можешь тоже попробовать, если удержишь. Войт, перекинь частицу на ДКшку, чтобы он там не сдох. Прожмись ДК. За Югеру. Точно даешь Геру? Да я... А, мне сбили каст, понятно. Шаман отправился в мир иной. Конечно, блядь, меня вар сыграл.
Да все, нам вар вырезает, ходит, все. Да на, ну нужно уже... Надо было для другую метку играть, я не знаю, зачем мы играли по этой. За я черепом. Не знаю, почему не грипнул никто. А у нас некому грипать. А исполин же мог. А, блядь. Осуждаю исполина. Да черт вы... Умирайте быстрее, не хильте у нас, чтобы поврейды были. Невр, ты или РЛ, или не РЛ. Давай РЛ лучше. Да ну, когда блядь. Молчишь, типа, нихуя непонятно, что делать. Все, согласен. У меня просто уже нет сил. Умирайте, все, умирайте. И морально это... Я не могу, я в оглушении. Отдайтесь воину, отдайтесь воину полностью. Чтобы с топором зарубил. Компот, спиной повернись, пускай они тебя зарежут. А Донт, а РГС, Ред. Не очень понятно пока. Он говорит, походу... Да. Давай, я буду с Арго переводить. Все, отлично. А почему некоторые люди говорят не арго, а агро? Там, блядь, созвучие букв. А чё ещё там? Еда. А, ну это твою, извини. Напиши потом как-нибудь разок текст есть по результатам исследования. И, ну, в первую гугле тебе ссылка выбьет. И почитай текст, а потом внимательно почитай. Так, хорошо. Как ты говорил, созвучие? По результатам исследования. Не, просто по результатам исследования. По результатам исследования. Перевод по результатам исследования на английский. Never, перевод... never, never. Слышишь? Оу. А, блядь. Дон, раскидывай метки. Нет, ты ставь. Да ну ёбаный в рот, я вообще, блядь, тут профессионал. Зайдите нет. Справа, грипните, и рогу убейте, рогу. Нет, never, RL. Нет. ДКшку будешь заходить слева, мы пойдем направо все. Mm-hmm. Рыбу поешьте у входа. Ну так понимаю, мне воина держать. Слева. Да, ты вот ДКшечку, которая меточка... А, меточку-звёздочку тянешь на себя. Играем первого в череп... Исполин, его грипнешь к нам, сразу сдаю Геру и начинаем его заливать. По меткам паладину сбиваю я, который квадрат. Блять. Куда? Особо близко не подходить, а то эта тварь убегать начинает. Ну остальные там расконтролить, там те же самые, по-моему, все остались. Давайте, поехали, все готово. Так и грип. Грипай, блин. Гера. Забаньте дерево. Не могу далеко. Поднимите квадратик. Играйте по черепу. Дисплей. Мас диспел. А у нас нет такого. Я здиспелил, ура! Расконтролили сейчас, контроль отдали все? Собаками диспелите с этого, с Маздина. Да, давайте череп, играйте Лока даже играем. Играем все в крестик. Ходки диспелите сразу. Лакрима, Б или Нелла? Нелла, сразу бан дерево. Крест доигрывайте. Диспел, хант. Ходки на него висят. Диспел. В череп играйте. Дерево в бан. Правьте. Дальше сами разберетесь.
Исполин, выдели Леандру и косты сейчас покикай. Но только большие. Диспелы. Нет, вспышку не нужно хилить, только большие кикай. Ашман умер? Я помню, я магом играл, мне постоянно хейтили на этих чем. В квадратик играете? Ну сколько у него хосты у этого, блин, Леандра? Так быстро холи лайты кастует, быстрее флешки. Ну, 2 секунды. Но на нем нет бафа от таланта. Почему-то. Вовбро, твой выход. Куда? Маст... А, все, пил. Ну, завтра на работу. Завтра в школу. Это хуже, чем работа. Ну, блин. Не скажи. Не буду говорить. Когда ты работаешь сутками. На работе ты деньги получаешь. Все, пацаны, напрягли, самый ответственный момент, играем по луне. А в школе знания. Знание сила, ну, по факту. Коль, так ты ничего не получаешь. Так а, быстрее убивай босса, чё ты там стоишь? Не знаю, я в школу ходил за знаниями. Ты за знаниями хотел? Угу. Вот, слушай, можешь мне помочь? А, вы меня ждете, да? Да, добивай быстрее. Отлично, тогда я истерию вжимаю просто. Что, тебе нужно помочь? С тригонометрией. В школе не проходит. Типа, что именно тебе... А ударение неправильно. Ну, не заново скажи. Что именно у тебя этот? Проблема возникает. Про ударение. Потому что ты не знаешь, что это такое. Ты не знаешь, что такое тригонометрия? Ну зачем? Вы зачем его грипнули? Там ДК 1-1 с ним бился. Был честный поединок. Нелла, беги. Пиздели навешает. Да куда? У меня боится, видишь, бежит от меня. Ура, победа. Дизель испортили поединок. Дон ГП, Шамахер ГП. Раздать. Вот, я просто не умею решать эти тригонометрические функции. Запустили, слева берем темную ауру, компот, берешь светлую ауру и стоишь. А, нет, берешь с нами темную. Хорош, хорош. Они герои по дефолту темную сторону принимают. Так что, мне темную брать? Да бери темную и этот. И будешь. А, у нас на пул есть. Бери светлую. Все. Мой косяк. Ты тебе какая разница, все равно здесь стоять будешь. Ну вот, я поставил этот мат огня. Только зачем он здесь? О, щит. Да, сразу падайте. Повернитесь, тут у вас... Сейчас все поупадают. Ну, вы играете до конца, ладно. Просто я подпишу водички. Ну, я уставший очень. Ну, ПРЛ, пожалуйста. Ой, блядь, ладно. Как вы вдвоем сдохли, расскажите? Встаньте в один кемп. Не знаю, меня убил... Взрывом я был. Шарик. Все воронку переключились. Да. Светлую сущность. Взяли все. Все, переводи. Че ты их не доворачиваешь? Спиной к рейду поставь. Пару шагов назад сделай просто. Еще пару шагов. Все.
Бья мать уже. Играйте пока так же. Я кипну сам. Надеюсь. А какие ты ловишь, Ози? Что, я словил два шарика светлых и умер. А подожди, это Дон, ты не те ловишь. Те он ловит, правильно. В смысле, а зачем он белое ловит? Он белое ловит за спиной. Зачем, я спрашиваю, белая вся хаура? Они никто не поймает их. Недалеко стоят. Как меня вообще белую убил, блядь? Переключились в темную. Быстрее, больше ДПС отдали. Метку крестик бьем. Да, мы можем не успеть. Прикикнули. Все. Все, переводи сейчас. Но подожди, когда на нас белые, типа, белые апают нам ДПС, правильно? Да. Он ловит дальние, которые проезжают мимо рейда, чтобы не терять их. Так они еще потом развернутся и этот... Остаемся в этой сущности, бьем. Хоть валик не вайпнулись. А чё за прикол? Мы бьем темную, и меня убивает белая, блядь. Шо мы за мстяли, блядь? Чернокнижником, блядь. Хуй-то. Согласен. Мне пос убедиться. Ося, заходи. Я да. Да. В правую сторону столкнулись. Я отошел АФК. Быстро воды попить, а то умру нахуй. От обезвоживания. Если много пить воды, ночью захочется писать. А это не очень круто, когда из-под тепла вылезаешь. Кстати, напомнил, пойду, собственно, в туалет. С какого из-под тепла ты вылезаешь? Ну, ты вот же в одеялке спишь, верно? Нет. В смысле? Короче, в любом случае, я сплю под одеялом, и там тепло. А зачем тебе вылезать? Чтобы в туалет пойти поссать. К себе ходи. Еще теплее будет. Ха-ха-ха, смешно, да. Красава, король комедии. Ну ты же любишь такое. Нет, я не люблю это. Я люблю только мужскую крепкую дружбу. Ну правильно, любишь хуёвый юмор. Нет. Да. А хуёвый юмор бывает разный. Ну ладно, хорошо, и что дальше? Все, просто заебался. Ну... Ты не прав, я прав, как обычно. Вот и порешали. А чё, кстати, ни одного рецепта не упало, да? Пласт упадёт, рецепт анролл, пацаны. Ну рецепт, да, он мне нролом уходит. Но... Отказываемся все. Да, я все... маунт отролю себе. Какого маунта? У меня маунт уже есть, поэтому можете маунта ролить. Рецепт анролл. Мне здесь особо ничего не нужно было. Я помню, я купил жука вот этого синего за 30 тысяч. Алло. А чё это самое? Куски на Т4 на офспек уходят, а не на мейнспек. Ну, понятно. Всем лень уже с этим разбираться. Мне не лень, мне вот тут пишут. Ну вот разбирайся. Ну, давайте на мейнспек сначала, потом офспеке девайс. Что за хуйня, блядь? И как там, живой вообще? Да. Это хорошо. Ладно, может, я пойду. Ну, если не пойду, то я присутствовать буду, надо тоже деваться.
Так что там, разобрётесь сами или нет? Не-не, разбирайся ты. Ну я сказал, на мейн-спек. Чё? Подвивается мейн, и потом уже другие, блядь, там, на 3-10 спеки. Почему я, блядь, на варе, блядь, допустим, апну, нахуй, я могу фулик одевать, потому что, блядь, в приоритете одеть мейн-спеки, потом идти одеваться в другие спеки. Что за дела, блядь? В правилах что написано? Читайте правила сначала, прежде чем выбираться. А при чем-то надо десятка. В десятке написано что? Я не знаю, ну, ничего не знаю. На main spec. Приоритет main spec. Так, кто у нас релит? Невер, давай, разбирайся. Невер тут? Ладно, можешь пока говорить, пока Невера нет. Дон, ты постоишь или Ози? Ози, ты умеешь бивать сферу? Да, да, да. Давай, ты на сферах, а остальные по боссу. Вот я смогу пау ешить. Да. Вот я вам сейчас скину, блядь. Правила, нахуй, почитайте, блядь. ГП, накинь. Строго, нахуй, на мейн спир. Почему так Войд, Войд был совой в этот, и он ролил на сову. Просто так, то, что у него есть Т4 на этого, на мишку, и все. Мала, сыграйте. Обдудайте его слегка и до 50%. Все, играйте по боссу, я сам добью. Что ты, Альфи, получается, ну, то самое. Так, Вайт, ты кем идешь сейчас? Вайт, ты тут или нет? Он на паладине сейчас. Он хилит. Ты кем был? Совой. А почему сейчас на паладине? Роз. Отводите назад, отводите назад. Отводи к реке, Роза таунти на себя. И держи. Отводи. Понятно. Ладно, сейчас я сейчас поговорю. Отбежали к реке. Здесь не 25. К реке, к реке, отходите пока. Все, заводи в эту лужу, остальные к реке подходите. Где река тут стоит? Помогите, нет, река нет. Ну, ухода, 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 ухода. А, кстати, вот это что такое тут? Ледник? Отходите, заводите, а, все. Молодец. Давай, стой, стой, стой. Антон, ты осторожно, ты что такое делаешь? Ладно, не буду тебя догадывать, мне что-то не нравится, как ты двигаешься. Беги, малышка, беги! Типичный хейтер. Да он неуверенно двигался, как будто не знает. Не, ну паренек, ну он... Понимаешь, он начинающий, неуверенный мальчик, но... Скоро он покорит... Каражан. Почему там лужа пропала? Отводи заведи сюда, ко мне, отводи. На меня вот сюда иди. Я... Оба забери стрейда. Все хорошо. Дот, отдайте по мобу. Я еще что лагаю. Опять. Все, играйте по боссу. Я сам добью. Блядь, я снова заслакал. У меня уже нету силы. Ну ничего, последние 5 минут. Надеемся. Да что не так с сервером? Примерно в одно и то же время, блядь, сейчас практически начало, блядь, зависать, блядь. Все но нормально. Отводи моба к стене. Моба к стене. Отведи вот ближайшая стена, которая, где он стоял. Отводи его туда. Ближайшую? Ну вот сюда, отводи, отсюда, вот он сюда, вот сюда, 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 сюда. Ну поздно, у меня оглушение. Стан дайте. Дайте стан, по-моему. Все, отбегайте к реке.
Эли. Испарин ложи, беги. Дамбоб, дамбоб. Беги, малышка, беги! Я как приятно, что снова можно палома уешить. В этих лужах, в этих лужах крутим просто. Если он же вроде на меня побежал. На, играем по боссу. Прямо здесь оставить. Моба за таунти. Быстро играем по мобу, а потом переводим босса. Ближе подведи скоробеев. Кто там со скоробеями? Альфа? Это... Друид, встань под босса. Ну-ка. Сдаю Геру, пошли, добивайте босса. Переводите. Добивайте босса. Добивайте, переводите, добивайте. Все. Почему он еще живой? Ну это ж таракан, его можно тапком. Охуенная команда РЛ. На 40% босса. Добиваете босса. Ну че, экзекут фазы, красный. А, блять, не успели. Заферь. Добиваем моба в первую очередь. Стан дай ему. Моба в приоритете сыграйте. Гневом еще раз. Так, похиливаем только Войта и этого. И компота. Его бро Войт. Кстати, частица есть на этом? На этом? Мне просто не отображается, может, зависло. Рост во бро. Почему босс еще живой? Мы добиваем, брат. Лакрима, вовро. И меня желательно было бы чуть-чуть хотя бы. ГП всем ДД, потому что босс живой. А Нелла вылетел? У нас еще до Нелла вылетел. Да, причем давно, по-моему. Ну да, очень давно. Шумахер вовро. Спустите чуть пониже этот рейд. Альфи, не поднимайся так высоко. Он вылетел примерно 1.5 миллиона дамага назад. Все, добейте его, а у меня показывает, что у меня тут 3 ляма назад. Дайте посох, дайте посох, дайте посох. Нужно кого-нибудь? Все, он ролл. Ребят, посох бист на ханта. А че, Пет упал? Пет упал? Не, нет. Не упал. Ай, сутка. Грудак упал, ткань, меткость, там что-то еще. Ткань, меткость, пацаны, грудак, не нужен кому? Так, у нас кастеры есть? Кому-то нужен этот посох? Нет. Ебать, сейчас, блядь, будут нахуй пушка, блядь. А, лакрина на сову? Ну, типа, хочешь, давай отдам. Да, я могу тоже отдать тебе, если надо. Ну, типа, это у меня твинк. Если ты с собой играть будешь, типа, почему нет? На острове играю. Все, оставь себе тогда. Сыки. Так, почему у меня серф висит, вот, блядь? Так, давайте еще раз. Альфа, ты тут? Да, да. Войт ушел в сове, да? Ролил на сову Т4. Все. Ты сролил их, получается? Mm.
тогда вопросов нет. Сейчас попадешь. Never, never, стой, ты куда ушел? Блять, какой спокойной ночи. Ой, какой я дурак, я забыл сделать да, квесты что, на локе. А что а я? Ты не хочешь в остров сходить? По одному. Не надо на было уходить это на барака. Я должен был тебе кое-что показать. А где давай, я? Поеди по нему. Пойди в Долоран и можешь показать мне в Долоран. Нет, все. На следующем КД покажу. Я не пойду с тобой на следующем КД.